Практически такой же, как и год назад. Арт-бюджета 2015, финансовый план Барнаула на 2016 год действительно практически не отличается. 8 миллиардов 852 миллиона рублей, на 50 миллионов больше прежнего. Дефицит почти 400 миллионов, годом раньше было 375. В Гурдуме отметили, сокращений в жизненно важных отраслях, вроде образования и медицины, не планируется. Нет, ни в коем случае, я же сказал, все социальные выплаты сохраняются. Больше всего, конечно, пострадала статья инвестиционной деятельности. А остальные статьи остались на уровне 2015 года. Объем расходов на развитие упал почти на четверть. Таким образом, говорят власти Барнаула, администрация сделала акцент на социальной направленности бюджета. Впрочем, городские коммунисты высказались против предложенного проекта казны. По их мнению, нужно было заложить возможность индексирования заработной платы работников соцсферы. А ее сохранение на показателях 2015 года, что декларирует администрация, не обеспечит должного уровня жизни. Эти строки все-таки должны были быть гарантированно защищены, и в случае необходимости хотя бы какой-то процент увеличения должен быть такой, чтобы заработные платы хотя бы остались на том же уровне. Если мы не можем сегодня увеличить их до, так сказать, степени, до уровня инфляции. Однако новых проектов Барнаул в 2016 году все же ждет. Финансирование некоторых муниципальных программ решили увеличить. В частности, транспортное хозяйство получит новую возможность развиваться. Увеличиваются средства на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, устройства светофоров, приобретение дорожной техники, санитарное содержание автомобильных дорог, внедрение системы электронной проездной в общественном транспорте. Бизнес же в 2016 году обещают поддержать, правда, не весь, а лишь те компании, которые работают на недвижимости муниципалитета. Для таких предпринимателей не будут поднимать арендную плату. В целом же власти смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что экономическое дно в Барнауле уже достигнуто. Теперь от него нужно оттолкнуться. Василий Морозов, Алексей Фризин, информационный канал «Город».